Ну что, Дима, взрываем? Да. Вот, то у нас тут карта есть. И я решил ее взорвать. Папа! Все дни лучше. Обратите внимание на карту. Вот. В левом нижнем углу. Как раз тут разрушение. И как игра заключила. Повсюду бомбочки летают. Все глючит. Все летает. А где бомбочки? А все еще не загрузилось. Все фантастика. Прикольно. Мы будто бы выезжали наблюдать. Оля, может выключишь этот мир? Срочно. Ну и повсюду ТНТшки летают. Ой-о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 й
Так, уже вроде бы мы можем добить. Так. Ой, ой, а тут все еще продолжается. А это что за положение? Все, все, еще летает. Вот тут вот поможет немножко. И ничего. Ну, я же на лодке сейчас закрываю. Ой. Ой. Заглючилась вода на асфальте. И тут. Да уж, думал получится 101 раз весь мир завод. Спасите. Ничего не остается вода. Отменьте. Круз. Оля, а тебе этот мир не такой круглый. Видишь, Коля, нет, не круглый мир, а был таким кругленьким. А он такой серенький. Он уже серо-серо-блюдый. Издалека выглядит, что все в порядке. А как подходим, начинается житуха. Это житуха. Духа, духа, духа. Видео, наверное, получится слишком долгим. Да не, видишь, тут всего 3 минуты. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Спустимся. Попробуем поджечь. Этих глюк. Эй, вы что не взрываетесь? Взрываетесь. Может, оно все уже взорвано? Нет, то. Эй, там что-то взрыва. Ой, вот я сейчас говорю, что все, ужин взорвано. А вот тут вот этот глючащий мир, это он точно взорван. И... Ай. Мама мия. Это что такое? Остров ТНТ. А
как еще сделать, чтобы не глючило? Так, вот в том, вот в этом, вот по углам еще хоть бы видно. Нет, все-таки все взломано. А с этим давай, тут не слишком много озвучивай. Ва. Ой-ой, получилось. ТНТ в воде не взрывается. А то, что взорвано, то ничего не разрушает. Правило «Крипер в воде» называется. И Крипер в воде тоже хоть и взорвется, но ничего плохого не сделает. Ой-ой. Тихо. А тут вот у нас тут еще ничего тут не взорвалось. Тёма, не дурачься, я же в интернет буду выкладывать. Ой-ой. Тёма. Ну что? Ну, не ухожу. Ну, уходи. Поджигаем. Полагай тебе немножко. Так, и тут поджигаем. Не сделать. А что ты хотел сделать? Поезд, на моем мнении. Сделай поезд. Только сначала тут все так взрываю. Мам, планшетик, когда-то я подъезжать включит. Зарядка свободна. Мама, я сейчас снимаю. Так, тут... Усё, мир взорван. Хотя нет, тут еще на карте видно в верхнем правом углу, что там еще не все взорвано. Хотя, может быть, уже и все взорвано. Игра заглючила. Так... Белосвой звон, да. Ничего не взорвано. А может быть, вот этот вот столб из ТНТ все-таки взорван. Хотя нет, не взорван. И капец того ключа. Не взорван. Ой-ой, не то лечение. Ну, вроде бы столба больше нет. Можно и остальное взрывать. Все, мне надоело. Все равно все уже и так взорвано. А теперь полетим посмотрим, как теперь выглядит этот мир. Это все, что осталось от пустыни. Это была пустыня. Теперь это все равно пустыня, но каменная. Песка тут мало. А тут у нас что? А тут у нас край света. Тут у нас скрытый мир будет. Да-да, я буду строить скрытый мир. Ну, не вот в этом углу, а по всему миру. Вот этому вот. Надеюсь, скоты не хватит. Где-то там на краю света. Земля. Откуда пришли все там. Ладно. Всем пока. До скорых встреч.